Чего бояться в отопительный сезон? Сотрудники МЧС напоминают, греться в холода нужно аккуратно. С наступлением морозов на территории области возобновилась профилактическая операция «Отопительный сезон». В ее рамках спасатели вместе с социальными работниками и пожарными добровольцами обходят дома Владимира. Жителям раздают памятки с правилами пожарной безопасности и рассказывают, как нужно вести себя во время пожара, чтобы сохранить себе жизнь, и как пользоваться газовыми приборами, чтобы не случилась трагедия. В частном секторе проверяют исправность отопительных систем. Профилактическая работа ведется во всех районах области. На этой неделе спасатели обошли дома Владимира, Коврова, Мурома, Александрова. С начала 2018 года на территории области зарегистрировано 1203 техногенных пожара. В них погиб 81 человек. И хотя это меньше, чем в прошлом году, спасатели статистикой обеспокоены. На пожарах стали чаще погибать дети. К сожалению, за текущий год у нас погибло 9 детей на пожарах. По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение по данному гибели в 3 раза. На территории Владимирской области на сегодняшний день проводится месячник безопасности, проводятся рейды совместно с волонтерами, с Российским добровольно-пожарным обществом, представителями органов местного самоуправления, органами социальной защиты и представителями, сотрудниками МВД. По профилактике техногенных пожаров и уменьшению гибели людей и детей на пожарах.